Итак, всем привет! Это у нас снова продолжение прохождения игры Hellblade: Senua, часть 9. В этой части, когда я выполню все эти задания и открою врата, я буду биться с демоном темноты. Если я доберусь еще до него. Так, там наверху история, но я ее слышал. Как помечена эта история? Букву не вижу. Я слышал эту историю. Лестницы нет. Promises to slay the dragon if Rayan would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces, and so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. Я здесь был. Идти туда мне нет смысла. И наверху я был. Отсюда я пришел. Мне нужно как-то попасть туда. Наверх. Так, я сейчас буду снова блуждать. Снова блуждать по этим лабиринтам. Туда мне не пойти. Там я пройду в другой степи. Эти врата закрыты. Туда. Туда тоже не стоит ходить. Вот, вот она кровь. Она внизу. Сейчас на меня должны напасть. Так. Вот она на кровь. Кровь. Это кровь, это знак. Сейчас мне нужно поджечь все эти факелы, чтобы они осветили эту кровь. И забраться повыше. Вот она на лестнице. Мы заберемся повыше и сейчас увидим этот знак. Вот он, этот знак. Ты чувствуешь? Чудовище прибирается в твой разум, ищет твои слабости. Начало. Она твою мать использовала. Ты видел, как она умерла? Я не помню. Мне было всего 5. Мне сказали, что она вырвалась из тьмы. Так. Не туда я иду.
Пройди через дверь, ты сможешь спасти свою мать. Где она? Вон он! Он следит за мной! Беги! Нет, нет, нет! Что ты делаешь? Его больше нет. Это конец. Его больше нет. Это конец. Без его головы и его душа. Его душу никогда не вернуть. Диллион. Ты найдешь его голову, не переживай. Скоро она видит себя совсем слабо. Do you remember the darkness, Senua? The beast. Ты помнишь, что чудовище принесет ее снова? Мама, почему ты оставила меня? Это тьма. Она растет. Отец держит меня вдали от всех, от Делиона. Я не сдамся. Я не буду молча гнить здесь. Я найду Делиона. Итак, мы на свету находимся, нам нужно будет спускаться вниз, насколько я помню, потому что демон внизу, и плюс у меня упала голова Делиона. Сейчас я пройду вот аккуратненько вот так здесь. Там очень-очень высоко, и демон будет внизу, мне еще придется с ним сражаться. Вон они, врата. Мне там еще предстоит разгадать еще несколько загадок. Найти эти символы, чтобы открыть. Так, берем факел. Без факела мы никуда не денемся. Бери факел. Так, вон они, те врата, которые мне нужно будет открыть. Так, здесь ничего нету. Ладно, мы пойдем тогда здесь. Ну, я пойду еще сюда. Полюбопытничать. Тут ничего у нас нет. Будем искать букву R. Так, снова на меня решил напасть. Ах ты какой!
Осторожно, сзади. Блин, не ту кнопку жму при нападении. Уворачивайся, опять геймпад клинит. А, ну конечно, чё же он клинить не будет? Это ж мой старый убитый геймпад. Всегда на битвах он клинит. Но нет! Уворачивайся! Уворачивайся! Уворачивайся, блядь! Сука! Не могу сражаться на этом геймпаде, а тот сел. Сука, я умру. Ебучий геймпад, выкинуть его надо с 9-го этажа. Только в файтинге в нем играл. Должна крестовина ухлестаться. А у него стики почему-то ухлёстаны. Она не уворачивается. Нападай, давай. Уворачивайся, мать твою! Ну вот, ну уворачивайся, ты сука ёбаная! Уворачивайся, мать твою, идей, блин. Уворачивайся. Там еще? Да уворачивайся, ты сука! Гребаный геймпад устал вообще! Скоро в октябре? Ему будет уже 2 года этому геймпаду. Его надо заменить. Так. Я остался без факела. Так. Мне нужно искать этот знак. Стоп. Этот знак. Этот знак где-то далеко. Он здесь. Вот он.
Поджигай. Вот он, этот знак. Теперь мне нужно идти туда. Когда предстоит у меня битва с демоном тьмы, этот геймпад у меня будет моросить. Очень сильно будет моросить. Блин, чё так ярко? Может, я зря слушаю эту историю? Риан хочет сохранить Фафнер's gold all for himself. Риан also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Так, будем искать букву М. Тут будет очень опасно. Вот она, это буква М. Мне нужно будет посмотреть с той стороны. Для этого подождем здесь. И зафиксируемся на этой букве. Так. Теперь мне нужно как-то туда обойти, чтобы там зажечь факел. Вот еще одна история, которую я походу пропустил. Может быть и пропустил, я ничего не вижу, тут так ярко все. Я их и посчитать не могу. To Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Я не вижу, что вон он, огонь горит. Вижу. Все, этот знак там отпечатался.
Вот он, этот знак, а он отпечатался. Да, если бы я бы проходил бы эту историю первый раз, это было бы очень долго. Separates us from what we fear. Her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and health, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest warrior of the North, you must learn. Чудовище, она приближается, тьма приближается быстрее. Вернись ко мне. Факел потухнет. Иди ко мне, голос, возвращайся. Сейчас я буду сражаться с ним. Вот он. Нет. Ты не отнимешь у меня его. Я предупреждал тебя, сыну. Я чую твой страх, я вижу твой страх. Нет. Ты предала богов. Я ухожу. Ты не отвернулась от меня, ты отвернулась от богов, поэтому Делион будет дальше гнить. В Хеле. Войди в мою убежал. Он сейчас будет нападать на меня. Что это такое?
не слышу. Исчез. Но мне кажется, что я его не убил, он просто исчез. Отступил. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Она получит его душу, даже если на этот раз погубит свою. Ну как? Прости меня, Сенуа. Я знаю, у тебя нет причин верить мне. Но все же, поверь, потому что я расскажу сейчас, такой была еще цель, нужно дальше тебя ненавидеть. Чему так страстно? Потому что иначе и бояться, что иначе расстанешься ты со своей жизнью. Так, не получается, сейчас я буду наверху и буду опять с этими иллюзиями разбираться, чтобы выбраться наверх. После сражения с демоном тьмы мне придется подняться наверх. Когда? Не вижу, Как? Итак, да, как я и говорил, мне нужно будет разгадывать всякие загадки, восстанавливать стены. Вот она, разрушенная, там иллюзии. Мне нужно будет восстанавливать. Когда я пойду туда, на меня начнут нападать. Начнут нападать опять эти демоны. Солдаты. Я чувствую взгляд Хэллы, идущий тьмы внутри меня. Так, здесь факела не будет, но мне как бы не здесь шибко-то и не нужны факелы, потому что с демоном тьмы я покончил, больше он у меня не попадется. Так.
Это сначала пройду сюда, осмотрюсь. Угу. Итак, получается, вот этот мост, по которому мне нужно будет пройти. Но для начала, чтобы пройти по этому мосту, мне нужно его восстановить. Поздно. Вот он, этот мост, его осколки разбросаны. Теперь мне нужно его потихоньку собрать. Так, здесь ничего нет. И здесь, отсюда я могу что-то собрать. Нет, я здесь ничего не соберу. Нет, я здесь ничего не соберу. Выше. Вон там тоже иллюзия. Так, получается, нужно сейчас спуститься вниз. Вот они, расколки разбросаны, чтобы мне подняться куда-то вверх. Но я их, походу, не здесь сейчас могу их собрать. Я спущусь ниже. Здесь я не пройду. Вот здесь пройду вниз. Так, эти двери должны быть закрыты. Да. Так, история какая-то. 2, 3, 4, 5, 6. Я так и не нашел эту историю. Ну ладно. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Так. История с буковкой R. Есть. 6 историй нужно найти. The earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Как он отрывается, как рассказывает эту историю. Prepare yourself for Ragnarok. Так, здесь я смогу что-нибудь еще собрать. Вот. У меня получилось? Естественно, получилось. Так. Копировать. Ставить. Делаем. Тесса тут маленечко тут занятой. Так, скопировать это сюда. Теперь вот так.
Итак, я сделал еще, восстановил еще одно место. Теперь... Туда и... Вон там иллюзия. Но я ее восстановлю не здесь, а где-то ниже. Ладно, спустимся туда. Ой! Итак, с этими плохими ребятами я разобрался. Что это было сейчас? Прохода наверх нету, значит, будем спускаться вниз. Я не уверен, но все-таки надо попробовать. Ну я не иду не туда, походу. Оттуда я пришел. Да, я иду не туда. Поднимайся наверх. В чем дело? Поднимайся наверх, не глюч. Вот.